Заполярье. 80-я параллель. Северная окраина Якутии. Март. Самолет хорошо, а олени лучше. Быстроног олень. Но санный путь не шоссе, а значит, с утра до заката дорога, дорога. Карла Платонова здесь лишь первый привал. Мягкие оленьи шкуры, ужин, крепкий северный чай и неторопливая беседа с хорошими людьми. Молодые посмеиваются, а бабушке дорог этот нехитрый календарь. Здесь вся жизнь, каждый ее день. Высчитала бабушка. Марта, 16-й день, воскресенье. Большой праздник. Информация и комментарии «Маяка». Корреспондент «Правды» в Софии рассказывает, что в народной Болгарии все шире развертывается подготовка к празднованию столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Готовится юбилейная выставка произведений художников. Будут проведены декады ленинского фильма и литературный конкурс стихов и рассказов. Организованы выставки книг Владимира Ильича. Намечается провести специальную теоретическую конференцию, посвященную знаменательной дате. Московское время 9 часов 15 минут. Тундра, она как жизнь человека. То ровная и гладко, а то крутой спуск или медленный подъем. То холодна и неприветлива, а то расцветет радугой северного сияния или буйным ковром весенних цветов. Или подарит путнику глоток тепла. Скрылся за горизонтом и второй день пути. Здесь знают цену теплу печурки, доброму слову, хорошей песне. Потихоньку калитку и войди ты в мой садик, как те. Thank you.
человек умен и смекалист. Засада, оборона, атака, как на войне. Вот он и наступил. Самый трудный день в году. Ранний подъем, и силы на пределе, и выдержка, и азарт. Большой кораль. Два десятка людей, оленей тысячи и тысячи. Пересчет. Таков уж северный обычай. Кто бы ты ни был, откуда бы ни приехал, но если нуждаешься...